Bonjour mes chers amis, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et nous commençons ou bien nous continuons à apprendre la langue française. Alors, итак, добрый вечер, уважаемые друзья, рада вас снова видеть, надеюсь, что у вас все хорошо и мы продолжаем изучать французский язык. Сегодня мы с вами попробуем прочитать очень симпатичное стихотворение на французском языке про Эйфелеву башню. Сначала я прочитаю полностью текст, потом мы вместе попробуем его перевести, а потом мы посмотрим детально каждую строчку, какое правило чтения мы можем встретить в каждой строчке. Ну и, соответственно, попробовать это правило выучить. Итак, стихотворение выглядит вот таким вот образом. Я его читаю сначала полностью, мы переводим и потом читаем построчно. Alors, la tour Eiffel. La tour Eiffel, vue par dentelle, était au ciel. Depuis cent ans, veillé à temps en regardant, passait la vie sur les toits gris du vieux Paris. Давайте попробуем перевести. La tour Eiffel. Наверняка у вас уже появились ассоциации со словом Эйфелева башня. Это название стихотворения. Первая строчка звучит так же. La tour Eiffel. Эйфелевая башня. Je pendente. Юбочка кружевная. Переведем так. Était au ciel. И голова в небе. Depuis cent ans. На протяжении 100 лет. Veille à temps. Охраняет и ждет. En regardant. Глядя. Passe la vie. На жизнь, которая проходит. Sur les toits gris. На серых крышах du vieux Paris. Старого Парижа. Вот такое симпатичное стихотворение. Давайте попробуем рассмотреть каждую строчку этого стихотворения и найти какие-нибудь правила чтения. Я, конечно же, вам при этом помогу. Итак, первая строчка звучит вот таким вот образом. La Tour Eiffel. Какие правила чтения нам здесь встречаются? Первое правило чтения – это «ОЮ» читается как «У». И «э-э-и» читается как «э». Сразу обращаю внимание, что транскрипцию пишу русскими буквами только для удобства. Это некорректно, конечно, так делать нельзя, но зато это очень удобно. Итак, первое правило чтения «ОЮ» читается как русское «у», второе «э-и» читается как русское «э». И тогда мы же можем прочитать первую строчку. «La tour Eiffel». Repetez, s'il vous plaît. Повторите, пожалуйста. «La tour Eiffel». Следующая строчка выглядит вот таким образом. «Je pendentelle». Сразу возникает вопрос, как произносить звук «ю». Его можно произнести очень легко. Нужно выдвинуть губы немножечко вперед. «Ю». Вот таким вот образом. И язычок должен упираться в нижние передние зубы. «Ю». Этот звук не характерен для русского языка, поэтому при произнесении этого звука вы должны чувствовать дискомфорт. «Ю». Теперь все слово. Jupe. Bon, c'est très bien. Какие правила чтения мы встречаем еще в этой строчке? Давайте посмотрим. Первое правило чтения – то, что «э» на конце слова не читается. Плюс «п», «с», «т», «д», «x», «y», «z» – эти буквы на конце французских слов, французских, они читаются. Почему оговариваюсь французских? Потому что некоторые английские слова, например, как слово «любюс», «автобус», «бюс», «с» на конце будет читаться, а именно французские слова, которые имеют французские корни, буквы «п», «с», «т», «д», «x», «y», «z» не произносятся. Итак, вторую строчку. «Je pendentelle». Опять возникает вопрос, что у нас за буква сочетания «эн»? Да? Буква сочетания «эн» нам дает носовой «а». Получается «ан». Поэтому эту строчку мы читаем «Je pendentelle». Обратите на это внимание. Как выглядит это правило чтения? «Н» читается как «А» носовое. Так, следующая строчка. «Était au ciel». Какие правила здесь? Правила чтения здесь мы можем встретить, кроме того, что «э» на конце слова не произносится. Буква сочетания «АЮ» дает нам звук, похожий на русский «О». Зная это правило, прочитаем эту строчку. «Était au ciel».
Я не зря соединила предлог «о» с предыдущим словом «тет». «Тет-то-сель» – это правило чтения. Если слово начинается с гласного звука, он будет читаться слитно с предыдущим согласным. Предыдущий согласный в данном случае – это ближайший предыдущий согласный, это звук «т». Получается «Тет-то-сель». Bon, répétez cette phrase, s'il vous plaît. Était au ciel. Следующая фраза у нас с вами читается вот таким образом. Depuis 100 ans. Что мы здесь уже знаем? То, что звук S и T на конце слов не читается. Плюс буква сочетания EN нам дает устойчивый звук A на собой. 100 ans, да? Alors, répétez, s'il vous plaît. Depuis 100 ans. Следующее. Строчка выглядит вот таким образом. Veille et attend. Посмотрим, какие здесь правила чтения. Ну, во-первых, I, 2, L во французском языке дает нам звук I. Поэтому мы прочитаем слово, первое слово мы прочитаем как veille. Да? А звук «э» на конце, мы уже знаем, не читается. Получается «veille et attend». Опять мы встречаем «эн» носовой, который дает «эн», буква сочетания «эн», который дает нам носовой «а». Итак, эта строчка читается как «veille et attend». Следующую строчку мы с вами прочитаем как «en regardant». Тут правило чтения мы уже все с вами знаем. Буква сочетания «эн» дает нам носовой «а», «т» на конце не произносится. Поэтому звучит как «en regardant». Répétez, s'il vous plaît. «En regardant». Следующая строчка. «Passer la vie». «Проходит жизнь». Какие правила чтения здесь мы можем с вами увидеть? Ну, возможно, то, что звук «р» или буква, точнее, буква «р» на конце глаголов первой группы во французском языке не читается. Это мы забежали немножечко вперед. Во французском языке существует три группы глаголов. Одна из них, соответственно, первая, заканчивается на «er». Так вот, глаголы первой группы, если мы их берем, то «r» на конце слова не произносится. Ну, мы забежали немножечко вперед. Просто я хотела объяснить, почему мы прочитали «passer la vie». Они добавили «р» на конце слова. Следующая фраза у нас выглядит вот таким вот образом. «Sur les toits gris». Опять, никаких новых правил чтения у нас с вами нет. А, нет, есть. Посмотрите, пожалуйста, слово «крыши». «Toit» – это третье слово. «Sur les toits». Видите, «ои» у нас с вами произносится как «уа». Я сейчас добавлю это правило чтения. Выглядит вот таким вот образом. Буква сочетания «ои» произносится как русский звук «уа». Давайте добавим в нашу область вот такую, которую мы выделили красивым цветом. Итак, ОИ мы произнесем как УА. Вот сюда вот я ее добавлю. Так, вот она у нас здесь вот будет рядышком. Итак, соответственно, мы прочитаем слово ТУА. Следующее правило. Давайте сначала всю фразу. «Sur les toits gris». Следующая, последняя фраза в этом стихотворении у нас звучит как «Du vieux Paris». Какое правило чтения мы здесь, кроме того, что в слове «Paris» «s» на конце слова произноситься не будет, здесь еще есть правило чтения, как буква сочетания «ü» дает нам звук «э». Как его произносить? Ну, в общем-то, тоже несложно. Мы попробуем произнести вместе «о» и «ё», но одновременно получается звук «э».
Давайте попробуем произнести третью строчку. Du vieux Paris. Хорошо. Еще раз попробуем прочитать полностью стихотворение, уже зная все правила чтения. Итак, первая строчка. La Tour Eiffel. Du Pendentel. Était au ciel. Depuis cent ans. Veillez à temps. En regardant. Passer la vie. Sur les toits gris. Du vieux Paris. Вот такое симпатичное стихотворение мы сегодня научились с вами читать. Конечно, это не все правила чтения. Существуют еще некоторые правила об интонации во французском языке, о правильном ударении в предложении во французском языке. Об этом мы будем говорить на следующих уроках. А в завершении нашего урока я хочу предложить вам такое вот шуточное, может быть, задание. Попробовать прочитать название воображаемой деревни, которую придумал поэт Андре Фредерик. Давайте попробуем прочитать после диктора, который будет сейчас нам озвучивать это название. Но для начала я хочу вас познакомить хотя бы визуально, как графически выглядит это огромное слово. Пожалуйста. А вот оно. Га. Гама. Гамана. Гамана. Гаманапо. Гаманаполи. Гаманаполитю. Гаманаполитю Петро. Гаманаполитю Петропи. Гаманаполитю Петро Петру Мосюрсена. Вот такое вот забавное слово. Итак, я включаю. Так, на секундочку. Что-то у меня. Ага, почему-то не сработало. Я прошу прощения. Сейчас посмотрим. Еще раз. Начинаем. Га. Гамана. Гаманаполи. Гаманаполитю Петро. Гаманаполитю Петро. Гаманаполитю Петро. Гаманаполитю Петро. Угу. Вот такое забавное стихотворение. Ну, стихотворением это нельзя назвать. Еще раз предлагаю вам попробовать. А дома, если вам интересно, вы можете прочитать, конечно же, разобрать все по буковкам и попробовать имитировать произношение. Пожалуйста, еще раз запускаю. Alors, merci bien de vous voir cette vidéo et à bientôt. Спасибо большое, что вы смотрели это видео, что вы были со мной. На следующих уроках, конечно, я буду продолжать учить и фонетики, и грамматики французской, и говорению. Это безусловно. И спасибо, и до новых встреч. Пока!